Момент столкновения снял на камеру регистратора один из участников ДТП. На съемке видно, что поток автомобилей двигается по проспекту Ленина вдоль проходных газа. Сухая дорога позволяет водителям разогнаться. Владелец регистратора двигается за темной «Ладой Приора», впереди которой едет белый внедорожник. Его становится видно не сразу. В какой-то момент водитель внедорожника начинает тормозить, чтобы повернуть направо на обочину. Владелец «Приоры» давит на тормоз и успевает остановиться в сантиметрах от белого автомобиля. А вот автор видео дистанцию не рассчитал. В результате – авария. Еще одна авария попала в объектив камеры наблюдения. На этот раз на Окском съезде. Водитель автомобиля не рассчитал скоростной режим при спуске. На крутом вираже машину начало заносить. Первое, что встретил лихач на своем пути – это маршрутное такси. Затем отбойник, который и остановил автомобиль. К счастью, в этой аварии никто серьезно не пострадал. В Дзержинске полицейские задержали двух молодых людей, которые изготовляли и сбывали на территории города курительные смеси. Во время обыска из квартиры торговцев изъяли 300 граммов так называемых спайсов. Александр, как это называется на вашем языке? Вот это вот все вот. Как? Съемная квартира стала лабораторией. Сюда привозили основу для курительных смесей. Добавляя специальные компоненты, приготавливали так называемые спайсы. Готовый наркотик распространяли путем закладок. Поэтому выйти непосредственно на самих наркодельцов полицейским было непросто. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.